крупнейший телескоп планеты. Ничего себе. Готовьте, сейчас будут открывать забрало. Откройте, пожалуйста, зеркало. Вот если, не дай бог, луч солнца упадет на зеркало, тут может быть страшный пожар. Советский Союз и потом Россия ни одного крупного инструмента не построила почти за 50 лет, за полвека. Представляете, Европа сейчас строит объединенное, усилиями общими строит телескоп с зеркалом 39 метров в диаметр. Этот инструмент будет видеть дальше, глубже, лучше, чем наш телескоп в тысячи раз. Бюджет следующего года снова меньше, чем бюджет этого года. В рублях. Не в долларах, а в рублях. И это, естественно, откладывает отпечаток на работу всех институтов. То есть институты все время находятся в состоянии борьбы за выживание. Знаете, такое ощущение, будто ты виноват. Что ты должен постоянно ползать на четвереньках и просить, дайте, пожалуйста, потому что телескопы нужно как-то оснащать, нужно их содержать. Ну, это такая штука флюоритовая, я думаю, лимонов 5 она стоит. А для чего она используется? Это деталь спектрографа. Страна хочет этой жизни. Страна гордится тем, что у руководства списаны диссертации. Это ее гордость. Это вот мы такие.